Это зеленый перец. Попробуем банановое вино. О, горячее. Всем привет, дорогие подписчики. С вами я, Марина Розмарина. Вещаю вам прямиком из Вьетнама. И сегодня мы с вами выбрались в турпоездочку на водопады. Такой вот тут комплекс. Куча всего разного. С нами в группе две канатки, вот и девочка из Швейцарии. И там дальше можно прокатиться на зиплайне где-то. Билетик стоил 50 тысяч. И давайте заходим. Уже начинаем подходить к водопаду. Птички шумят. Роллокостер, вон люди поехали, я тоже хочу. Уже слышен звук водопада. И сейчас мы его увидим во всей красе. Это наш гид. Такой вот водопадик. Красивый. И дальше тоже есть. Конечно, сразу видно величие природы. Датанла, водопадик. Ну, идемте посмотрим. Тут вот специальное место, где можно сфотографироваться есть. На природе и джунгли. Ну это просто супер. Такой водопад. Здесь свежат свежайший. Просто свежо-свежо. Хорошо. Тут еще около водопадов вот такая горилла огромная. Такие прикольненькие были водопадики. А сейчас едем дальше. Еще один водопад. Здесь уже людей нет, только мы и 200 метров до водопадика. Сейчас пойдем, будем все смотреть. Я добралась поближе к водопаду. Вот он такой большой, могущественный, ступенчатый. Просто офигенный. Водопад ступенчатый, просто супер, супер. По камням полазили и поедем все дальше. К такому вот второму водопаду мы подошли. Место, конечно, очень красивое, завораживающее. Сейчас мы вышли с машины, чтобы посмотреть на перец. Тут растут плантации зеленого перца. И давайте посмотрим, что за оно, что за зеленый перец. Вот так оно как-то растет, все. Вот это зеленый перец. Вот так он растет. You can eat the green pepper, but spicy, spicy, spicy. Растет вот так вот, как виноград, вокруг вьется. А вот здесь рядом кофейные плантации. И вот так вот растет кофе. Так вот растет кофе, потом его обжаривают и получается кофеек. Это робуста. Как говорит гид. Давайте попробуем, какой кофе на вкус. Кофе, даже не знаю, безвкусный, но в то же время какой-то кисляк. Сохраню зеленый перец на память. Сейчас мы приехали вот в такое место на обед. Нас встречает собака. Идемте. Прекраснейшее место с террасой и вид на статую Будды. Будда 71 метр высотой.
принесли такой тарель еды. Огромная. И она полная в еде. Давайте попробуем. Мы подошли к слоновьему водопаду. Здесь вот такая красивая бухта. И он, конечно, льет. Он, конечно, льет по полной программе. Далее мы вот по такой тропинке идем, спускаемся вниз и будем изучать водопад. Теперь не сверху вниз, а снизу вверх. Водопад, слоний водопад. И, конечно же, вот такой спуск и подъем на водопад. Очень нужно быть аккуратным. Здесь еще мокро, и можно поскользнуться. Ступенек и подъемов очень много. Это, конечно, не для меня. Или для меня минус. Я справилась, но немножко болит в груди. Мы приехали на еще одну локацию вот этого Будды, которого мы видели издалека. Большой Будда, 71 метр. Давайте подойдем поближе. Вот такой вот вход к этому Будде. И вот он виднеется. Такие просторы. Здесь дальше храм. И через храм, если пройти, там будет большой сад. Можно зайти внутрь. Тут прохладненько. И можно подняться наверх. Здесь около 250 ступенек. Разуть надо обувь. И подняться. Тут у нас ветрено и открываются суперские виды. Давайте же на них посмотрим. Очень красиво. Много зелени. Сейчас, правда, еще сухой сезон. И говорят, что в сезон дождей вот эти водопады, которые мы с вами посмотрели, они прям мощные, могущественные. А сейчас за счет того, что сухой сезон начался, уже не так много воды. У подхода к Будде стоят всякие реликвии, цветочки, благовония, и растет дерево либо апельсины, либо грейпфруты настоящие. Во Вьетнаме девочки любят наряжаться и ходить фотографироваться. Вот девочки фотографируются. А я иду в буддийский сад. Тут очень спокойно, умиротворенно. Играет молитва. Зайдем в храм, а потом в буддийский сад. Пишут, нужно снимать обувь. Снимем, не проблема. Когда заходишь в храм, сразу видишь три Будды. Эти Будды олицетворяют три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Такой вот храм. И сразу растет тут бамбук. Подходим смотреть буддийский сад. Тут вот статуйка Будды, тигры. И мы поворачиваем направо. И вот он, сад. Я ожидала увидеть
цветы, но, наверное, он поэтому и называется буддийский сад, потому что тут гуляешь между Будд. Золотые ворота. И сидит, это называется Happy Buddha, счастливый Будда. Сейчас мы обойдем его с другой стороны и посмотрим. Вот он, счастливый Будда. И тут еще один сидит. Если я правильно понимаю, то все Будды – Будды. Но потом у каждого есть еще какая-то своя приставочка. Вот как Будда – Happy Buddha. Так, я думаю, и у других приставочки есть. Сейчас мы пришли на ферму кузнечиков. Нам расскажут, как различить кузнечика женщину от мужчины. Можно будет попробовать жареных кузнечиков. Пойдемте. Такое вот помещение. И это снэк-бар. If you put a snack at least 1 year, you can drink at least 1 year, maybe 3 or 4 years already. Вино из кобры. Cobra wine. And this is the corn wine. Do you know corn? C-O-R-N. Corn wine. А это кукуруза, вино из кукурузы. Dragon lizard wine. Ящерка. Dragon lizard wine. And this is banana wine. А это из банана. Тут уже не видно. Сказали еще интересно, что вино из кобры должно настаиваться не меньше года. И пойдемте посмотрим на крокодилов. Вот такие тут толстенькие крокодилы. Один поменьше, один побольше. Ladies. Страус. Поешь. Оп. Страус. For the horn. Wow. He really pulls it? Yeah, a lot. You have orchard in Belarus? Okay, you can fit. No. You want to try? Страусик, муа. Страусы такие большие, а шея у него какая, а ноги какие, лапы. Дальше мы тут видим крикетов, их много-много всяких. И тут очень много ходит. А это животненькое какое? Такого я даже и не знаю. Какие тут все красавчики сонное царство устроили. И они едят тростниковый сахар. Это была ферма крикетов и бамбурасов. Походили, покормили этого австрийца. Ну и у нас чайное чаепитие. Или даже винное. А сейчас мы с вами попробуем рисовое вино. Okay. И вот таких вот крикетов. Finish. Я выберу получше. Eh. Вот такой он. Cheers. 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 Try it. Я сейчас попробую вот этого вот жучка. Глаза на него. Because this cricket no jumping, no flying. But in all the cricket, they can fly, they can make a big jump. But this one is. Even though they have wings.
But да, they have wings, but not. Непонятное очень ощущение такое, ну как сухое чипсинка. Вот такие вот крикеты. А сейчас мы попробуем банановое вино. Теперь банановое. Cheers. 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 This one's stronger. After here we go to the coffee. Coffee time. Oh, wake us up. You can see honey wine, lychee wine, guava wine, and pineapple wine. Банановое вино такое крепенькое. Давайте же закусим еще крикетом. No. No, this is a Vietnamese traditional rice wine. Only the rice and the yeast. This one, the corn, corn wine. Corn wine. So we don't have a ginger wine. Ginger wine. Ginger wine. Ginger wine. Ginger and banana. Ginger wine and banana. This lava. And you can see so many. Ну что? This is honey wine. Wine with honey and lychee, wild banana, ginger. Да. Такой он какой-то, он, ну, типа мягкий и типа, ну, как чипсы, только не такие хрустящие, а вот как будто муху ешь. Всем, кто ест, всем приятного аппетита. Далее мы пробуем вино из кукурузы. Оно вот такое прозрачное. Так пахнет немножко, будто водкой пахнет. Но... ну, такое оно. Чуть послабее предыдущего медового. Но все равно крепенькое вино. Только что мы попробовали крикетов, они такие на вкус какие-то немножко непонятные. Я думала, я не решусь, но я все-таки решилась. Сказал гид, что их несколько дней не кормят, специально, чтобы у них были пустые желудки. И потом их варят так же, как и лобстеров, то есть живых. Сейчас мы приехали на кофейные плантации посмотреть. За мной самая маленькая у нас будет арабика, побольше будет робуста, самое большое это кофе вишни или ягодный кофе. Они растут такими ягодками. Это плантации кофейные. The coffee roaster. Это наш гид. And I tell you the town. Coffee and how to make a cup of coffee. Нам рассказали про кофе лювак. Сначала кофе созревает, ягодки, и потом вот такой вот чувачок его ест. Выкакивает, и его моют, сушат, и вот на такой обжаривают. Большая обжарочная машинка. И чем больше кофе жаришь, тем больше оно будет с горчинкой. Идемте смотреть. Вот это лювак, кофе лювак. Кофе лювак. Он уже высушенный. Самая маленькая кустик – это кустик арабики, потом побольше кустик робусты и самые большие кусты – кустарники, красивый вид. Это черри – вишневый кофе, так его называют. Открываются такие красивые виды. This is avocado flowers. А мы идем дальше. Avocado flowers. And you can see some avocado fruit. Это цветочки авокадо. Сейчас посмотрим. Ого! Вот растет авокадо, вот так. Авокадо. Сейчас мы заходим в место, где живут зверьки. У них сегодня... у них днем
тихий час, и они активничают вечером. Вот, вот тут они так живут, и им предоставляется много кофе. И вот он наверх забрался. Крошка. Лювак и спит. И вот так они еще по своим будочкам как-то. Вот этот зверечек лювак. Кофе лювак считается самым дорогим кофе в мире, потому что его нельзя произвести. Можно только содержать таких животных, чтобы потом их желудок перерабатывал кофеек. И за счет этого он становится таким каким-то специфическим. Может быть, когда-нибудь я попробую, но пока мне удалось посмотреть на вот этих зверьков и плантации кофейные. А я любитель кофейка. Сейчас мы пришли пить кофеек. Нам дали попробовать вот эти все разные виды кофе. Это кофейный магазин прямо при плантации. И тут цены за 100 грамм. И вот такое прекрасное место. Завораживающий вид, конечно. Просто завораживающий. Мне принесли кофеек вот в такой мокке. И у меня вот такой вид. Давайте откроем внутри, посмотрим, как оно. О, горячее. Налито воды. Надо подождать, пока он профильтруется. Ветерочек тут хорошо. Поэтому на расслабоне сидим и ждем. А пока делается кофе, я решила, что нужно попробовать концентрированное молоко. И узнаем, такое же ли оно, как сгущенка, или нет. Вот так зачерпываю. Это сгущенка. Да. Тут мне дали лед. И вот капает еще немножко. И я смогу пить кофеек. Всем чмоки-чмоки. С вами Марина Розмарина. Кофе уже прокапал. Вот тут осталось только гуща. Ну и можем снимать и пробовать. Давайте сначала попробуем. Я взяла обычную арабику. Мне кажется, мне нравится арабика. Давайте попробуем. Сначала только так. О, он такой прям... такой прям... крепкий, такой прям, как, я не знаю, как алкоголь. А давайте теперь вольем это в это и это в это. Сначала мы вливаем. This first? No. This... Coffee first? Coffee first. And you stir them. Uh-huh. And after that you pour the coffee and condensed milk inside. I put this and then I'll... This inside. Now. Okay. Yes? Yeah. Сначала гид подсказывает влить это. Угу. Потом... You do. Okay. And you stir them. Потом вот так, чтобы все было до конца. И перемешать. Так, у нас образовывается вот такой кофе. И давайте перемешаем. Это подсластился кофе. Он стал такой красивый карамельный цвет.
А сейчас этот красивый карамельный цвет. Выливаем вот сюда. И получается у нас такой... Ах, не попробовала. Ну ничего, сейчас попробую. И получается у нас такой кофеек. Давайте же попробуем. Со льдом освежающий напиток, заряд бодрости. Я еще не выпила, а уже бодрость появилась. Такой кофе надо пить. Ой, хорошенький, хорошенький. Можно было бы, конечно, побольше сгущенки, но хорошенький. И все, а сейчас я буду пить кофеек и наслаждаться вот этим прекрасным видом. Экскурсия стоила $35. Экскурсия очень насыщенная. 3 водопада, кофейная плантация, кузнечики. Покормили страуса. Страус вообще огонь. Поэтому всем рекомендую. Всем чмоки-чмоки. С вами была Марина Розмарина. Прямиком из Вьетнама. Всем пока. Ну пока. Every beginning of the rainy season, so many hails with ice, right? You know ice. Right. They destroy the flower and vegetables. А дальше мы идем на ферму роз. Нам гид дал какую-то амбареллу. Амбарелла. Никто не знает, что это такое. This is tamarillo. Растет вот на таком дереве. Давайте же попробуем. Sour. Зеленый. Кисляк. Кисляк, как зеленое кислое яблоко. Этот фрукт называется тамарилла. Но я не знаю, что за он. Вот так вот выглядит тамарилла. Как маленький арбузик или как слива недоспевшая. Вот так выращивают много лилий для лунного Нового года, который будет 10 февраля. И ближе к Новому году, так как цена цветов пойдет вверх, они их продадут подороже. Это ее плантация. Вот это желтые цветочки. Дальше красные. Женщина сказала, что на лунный Новый год только красные и желтые цветы, белых не допускается. Еще что вот эта вот плантация, которой мы были, вот этой женщины. И у нее еще там дальше плантация. Ну, и она считается богатой, потому что держит плантации. Мы подошли к цветочкам розам. Вот такие вот. И гид сказал, что вот эти цветочки, они слишком сильно открыты. Поэтому их срывают и выкидывают. А срывают на продажу вот такие, которые еще до конца не открыты, чтобы они стояли подольше. Также тут растут помидорки на плантации с цветами, но они еще не совсем дозрели. Нам дали далат. Сейчас давайте попробуем. Гид молодец, пошел, сорвал, дал попробовать. Помидорки далатские. Вот такая внутри. Выглядит зеленый, но на самом деле они уже созрели. Вкусная. Вот экскурсия подошла к концу. Мы уже подъезжаем к дому. Минут через 10 приедем. Это был хороший день. Очень насыщенный. Много посмотрели. Много всякого попробовали. Я рекомендую. В конец вечерка покупаю себе вот этим блинчиком закинуться за 20
вьетнамских донгов. Ну вот такой вот у нас вот такой блин. Хрустящий, как пицца, как смаженка школьная, только более хрустящая панировка и немножко остренькая. В принципе, такое, как закусон, вполне сойдет. Вот такой ночной маркет, и продают всякую всячину. 20 what? Непонятно, что сказала, но прикольные штучки. Вот это интересно зеленую попробовать. Мы пришли брать вот такую штучку. И он нам сказал не 15,10, а всего 45. Что-то как-то цена не сходится. И сейчас он нам ее пожарит. Вот так вот он нашу кинул жарить. И ждем-с. Эти невероятные стульчики, конечно, вот мне по щиколотку. Я когда сажусь, столик, кстати, тоже ниже колена. Я когда сажусь, просто невозможно. Дальше, сидя на маленьком стульчике, я попробую вот эту штуку. Какая-то сосисочка в листе салата. И у нас тут на шампуре овощи. Красный перчик. Мыско. Лучок. Огурчик. Это не огурчик. Что-то это другое. Не помню. Ну, овощи класс, нормально так. Но жирновато, нормально.